день, дорогие друзья! Надеюсь, вы меня узнали, если не в лицо, то хотя бы по моему неподражаемому французскому произношению. Я Артем Синяков, ведущий проекта «Караоке Баттл 2015». Сегодня у нас финал, и просто замечательно, что он проходит 14 февраля, в День всех влюбленных мира. Кстати, в зале есть влюбленные? Ну, я вижу, руки поднимают. Я вас поздравляю с вашим профессиональным праздником. И в День влюбленных абсолютно логично, что программу финала «Караоке Баттл» со мной будет вести эта прекрасная пара. Дарья и Дмитрий Наценко, встречайте! Вечная любовь, все сильнее бездарна, и путь один, слоза отведет она. Вы спросите, почему именно они? Да потому что это не только влюбленная пара, совсем недавно скрепившая кольцами свой союз, а еще и сложившийся вокальный дуэт. А ведь у нас как раз конкурс вокалистов, любителей караоке. Добрый день, друзья! Всем привет! Спасибо за приглашение быть ведущими финального состязания участников караоке батла. И для начала, друзья, хотелось бы поздравить всех влюбленных с этим замечательным праздником и пожелать им только взаимности и счастья. Сегодняшние участники тоже влюблены. Они все до безумия обожают и любят музыку и просто не могут жить без своего пения. А может тогда сразу музыкальный подарок для всех влюбленных? С удовольствием, Артем. Душа. Если ты был светлый ангел, исполняющий мечты, ты бы все исправил, жаль, не ангел ты. Дай мне руку, будь со мной, вся наша жизнь дорога. Между небом и землей. Дай
Дарье и Дмитрию. Но не будем забывать, ради чего мы здесь сегодня собрались. До финала караоке-баттла дошли 7 человек, но сегодня выступят лишь 6. Один стал жертвой вируса. А решать судьбу наших участников, оценивать талант и способности будет наше профессиональное, многоуважаемое жюри. Начальник управления культуры и искусств администрации Клинского муниципального района, заслуженный работник культуры Российской Федерации Елена Борисовна Уманская. Председатель Клинского рок-клуба, певец, аранжировщик, композитор, лидер рок-группы «Ночь» Игорь Осипов! Педагог по вокалу студии «Класс» Светлана Кубенцова, которая сейчас сидит у нас на балконе. Поаплодируем! Победительница многих вокальных конкурсов Элла Цибульник. Руководитель проекта «Мой Клин.ру» Максим Соломин. Кстати говоря, единственный член жюри, который, по моему мнению, не имеет никакого отношения к пению, это Максим. Может, как-то прокомментируешь ситуацию? А то у наших зрителей и конкурсантов могут возникнуть сомнения по поводу компетентности судейства. Я действительно, наверное, никакого отношения к пению не имею, Артем, но... А как же судить тогда? Сейчас, одну секунду. А что такое, Максим? Да сейчас, я к тебе поближе подойду просто. Сейчас тебя бить будут просто. Что же, интересно, Максим такое приготовил для нас? Может, танец? Пользуясь случаем, раз уж я оказался на этой сцене. Артем, я хочу сказать следующее. У каждого мужчины есть в жизни, наверное, женщина, ради которой он живет и ради которой он на многое готов. У меня такая женщина тоже есть, она, может быть, сейчас не услышит этой песни, но я пою для нее. Пусть плохо, пусть не очень хорошо, но я спою для нее. Давайте поаплодируем, поддержим Максима! Я хочу поздравить всех влюбленных с 14 февраля. Пожелать всем жить долго, счастливо, любите друг друга, поддерживайте друг друга. Артем, песню пойми для тебя, напоминаю тебе опять. On Monday, you raise me up.
Всех. Спасибо большое, но я не планировал всех убеждать. Хочу, пользуясь случаем, сказать огромное спасибо за помощь в организации проведения этого... конкурса Управление по делам молодежи, физической культуры и спорту и лично Алексеевичу Сосонному, он присутствует здесь в зале, а также руководству караоке-клуба «Голос», который нам помог тоже провести это мероприятие. Это Ольга Мягкова. Спасибо вам большое. Ребят, я считаю, каждый должен заниматься своим делом. Вы ведущие, ведите. Я пошел дальше журить. Можно? Конечно. Спасибо. Предлагаю телефон. Забрать телефон, конечно. Спасибо, Максим, большое. И я, как журналист и ведущий проекта «Мой Клин.ру», спешу сообщить, что автором и организатором первого в истории нашего города конкурса вокалистов-любителей является проект «Мой Клин.ру». Друзья, а не пора ли нам представить зрителям главных действующих лиц сегодняшнего финала? В конце прошлого года «Мой Клин.ру» объявил о приеме заявок на участие в этом конкурсе. Более 30 претендентов приняли участие в предварительном отборе. Ролики с их исполнениями были размещены в официальной группе ВКонтакте «Мой Клин.ру», где по результатам вашего голосования были определены 6 финалистов. Ну, Артем, они сейчас сами представят себя своей музыкальной визитной карточке. Ведь именно так называется первый раунд нашего финала. Сразу возникает вопрос, кто первый выйдет сегодня на сцену? Самый молодой и юный исполнитель нашего караоке-баттла Георгий Денисов. Участник под номером 1, 12 лет. Здравствуйте. Меня в роддоме родили и домой принесли от долгожданного счастья. Пирогов напекли, в детский садик водили, восхищалась семья, как на детских утренниках голосил песни я. Летело время мгновенно, и я в школу пошел, играл в сказках на сцене, посещал школьный хор. Вот настало мгновенье, я про конкурс узнал, и сегодня на сцене я о себе рассказал. Мороз на окнах рисует, Денисов Гоша вам поет и танцует. Сбылась мечта, и я ничем не рискую, пришел я силы здесь свои испытать. Я даже очень счастливый, но иногда бываю очень ленивый. Ну вот и все, что я хотел вам о себе рассказать. Георгий, ты очень интересно, да, решил бороться с ленью? Ты решил голосом, да, бороться с ленью? Ну что, пожелаем удачи Георгию. А следующего мы встречаем Юлия Королева, участница под номером 2, 26 лет. Он придет, он будет добрый, ласковый.
здесь много певцов и певиц, но я пройду все задания, ведь для меня на свете нет границ. Юрист я, и это призвание, в налоговой 5 лет я служу. Я знаю кодекс и законы, и все в суде любого отстаю. И я судьбе за это благодарна, любимая профессия, друзья. Пожалуй, человеку в жизни главное быть нужным, и счастливая семья. Моя семья во всем отрада, мой муж Ульяна, мама, папа, я. И что еще для счастья надо? Да просто крепкая семья! Спасибо! Спасибо, Юля, мы твой намек поняли. Если у кого-то какие-то проблемы там с налогами, то к Юле сразу после съемок можете подойти. Ну что ж, мы продолжаем. Следующая участница — Ольга Максимова. Номер 4. 21 год. Ай-ай, душа печалится, ай-яй. Гоню коней, судьба моя ретивая, тебе не попрещу. Добрый вечер, дорогие друзья. Замуж за Макса я родилась Алисой, да. В нашем доме всегда-всегда собирается вся семья. И чем больше родных вокруг, тем теплее сердце стук. Я обычная девчонка, я харизматичная, я умная. Давайте поаплодируем харизматичной девушке. Ольге спасибо большое. А мы сейчас, друзья, встречаем Дмитрия Сергеева, участника под номером 5. 20 лет. Перемен требуют наши сердца. Перемен требуют наши глаза. Все мы знаем знаменитого корейского исполнителя трека «Gangnam Style». Но я уверяю вас, он не единственный талант в их стране. Добрый вечер! Меня зовут Дима, мне 20 лет. Я очень веселый, позитивный человек. Учился, вырос и работаю в Клину. И ни капли не жалею, что окончил ПТУ. Учился я не очень, но многого достиг. Куча грамот на стене висит. Футбол, баскетбол и даже вольная борьба. Спортом занимался, не ленился никогда. У меня есть младший брат, но за него горой. Песенки поем, заражаем добротой. Играю на гитаре я практически везде. Дома, на улице и даже в Москве. Если подрастешь, ты свою карьеру в группе начнешь. Твое имя засияет, как чистый алмаз. Сегодня Дмитрий Сергеев поет только для вас. Спасибо большое, Дим. Я не знаю, успели ли заметить, что была фотография у тебя со съемок «Физрука». Ты сфотографировался с таким актером, да, как псих. Да, конечно, это была массовка 3-й серии 2-го сезона. Ну и по счастливой случайности я там оказался. Спасибо тебе большое. Мы тебе желаем удачи в дальнейшем в конкурсе. Спасибо. Ну что ж, друзья, на сцену выходит Рада Петренко, участница под номером 6. 17 лет. А солнце светит всем одинаково.
здравствуйте, друзья! Я цыганка молодая, веселая и озорная, ведь люблю и веселиться, хоп-хоп-хоп, в танце радостно кружится, хоп-хоп-хоп, дай-да-ра-дам-дарам-дарай, хоп-хоп-хоп, в танце радостно кружится, хоп-хоп-хоп. Я готовить обожаю, и стать я поваром мечтаю, если кто меня полюбит, хоп-хоп-хоп, то голодным он не будет. Хоп-хоп-хоп. Дай-дарай-дам-дарам-дарай. Хоп-хоп-хоп. То голодным он не будет. Хоп-хоп-хоп. У меня семья большая, все за меня переживают. Даже бабушки и деды. Хоп-хоп-хоп. Все желают мне победы. Хоп-хоп-хоп. Дай-дарай-дам-дарам-дарай. Хоп-хоп-хоп. Все желают мне победы. Хоп-хоп-хоп. Гоп, спасибо! Гоп-гоп-гоп! Желаем мы тебе тоже победы! Спасибо большое, Рада! Ну и сейчас, друзья, встречайте последний участник, Максим Чеклецов, участник под номером 7, 27 лет. Моря у синего моря, со мною ты рядом со мною, и солнце светит и для нас с тобой. Добрый вечер, дорогие друзья! Я сын сибирских корней, мне 27, я женатый, великой волей судьбы я оказался в плену. Я футболист, я вратарь, и скоро круглая дата, и 20 лет я уже играю в эту игру. Песня плывет, сердце поет. Я твой вратарь, мой Пикати. Спасибо тебе, Максим! Самая яркая поддержка. Друзья, давайте еще раз поаплодируем и закрепим наше знакомство со всеми участниками финала. Действительно. Действительно, все они такие разные, но всех их объединяет любовь. Даже Георгия? Ну, не слишком ли малыш юн для таких чувств? Во-первых, Артем, любви все возрасты покорны. А во-вторых, он имел в виду любовь к пению. Когда-то эта любовь познакомила нас с Дашей. Потом мы стали так близки друг к другу. Да. Дим, ты так это красиво сказал. Дашенька, сегодня целый день буду тебе говорить разные нежности. Но пока наши голубки воркуют, а участники готовятся к следующему раунду, на сцене студия танца «Рэк». Руководитель и хореограф Алексей Мечетный! Everybody
аплодисменты, студия «Рэк». А песня такая нескромная, да? Все любят меня. Хочу отметить, что это еще совсем молодая студия. Ей всего 4 месяца. А ты только, Артем, посмотри, как у них здорово это получается. А мы тоже с тобой, Даш, очень молодая семья. И у нас тоже все очень здорово получается. Давайте я расскажу, что будет дальше. Дальше участников ждет довольно сложное испытание. Испытание их музыкальной памяти. Помните такую телегу «Угадай мелодию»? Так вот, сейчас участники будут отгадывать мелодию с 3, 5 или 7 нот. Кому кажется, что это просто, поднимите руку. Вот кто сейчас начнет подсказывать ответы, чем можете очень сильно навредить нашим конкурсантам. Даже если конкурсанты знают правильный ответ, но прозвучит подсказка, конкурс будет считаться проигранным. Если участник угадывает мелодию с 3 нот, он получает 3 балла, с 5 – 2, с 7 – 1, не угадывает – 0 баллов. Спасибо за участие. Участники имеют право только на 1 музыкальный фрагмент и на 3 попытки, чтобы угадать его. Даша, а я вот угадал тебя с самой первой ноты. Дим, это так мило. Ребят, если вы закончили, я объявляю 2-й раунд финала караоке-баттла. Угадай мелодию! На сцену приглашается первый участник. Кто? Барабанная дробь. Георгий Денисов. Поддержим Георгия. Вытягиваю ноту. Итак, Георгий, нота номер... Нота номер 7. 7-ю ноту. Итак, Гош, а со скольки нот ты угадаешь эту мелодию? Я думаю, с 7. Итак, включаем 7-й фрагмент, 7 нот. Так. Еще раз. Никто не подсказывает, тишина. Последний. Ну что напоминает, может быть? Может, предположи, предположи. У меня даже нет предположений. Хорошо, спасибо тебе, Георгий. Давайте послушаем правильный ответ, если можно. Я счастливый, как никто. Ну, конечно. Георгий, ну как не узнать Лепса-то? Ну, родного, можно сказать. Спасибо, Георгий, за участие. 0 баллов, к сожалению, но не все потеряно. Встречаем. Следующая участница, участница под номером 2, Юлия Королева. Встречаем. Юля, ты, наверное, уже поняла, что не очень легко это, да, угадать. Номер какой? Номер 8. Итак, Юль, а со скольки нот ты угадаешь? С семи. Включаем 8-й фрагмент, 7 нот. Еще раз. Да тихо. И еще раз. Последний можно. Ну, возможно, Губин, «Зима, холода». Итак, давайте послушаем правильный ответ. Правильно! Спасибо. Юля получает 1 балл. Спасибо большое, спасибо. Юля. Ну что ж, следующая участница – Ольга Максимова. Просим на сцену. Аплодисменты! Друзья, не забывайте поддерживать участников. Они волнуются, переживают, конечно. Итак, нотка номер 5. Оль, со скольки нот ты угадаешь? С семи. Ну да, попробуй. Какой фрагмент? Там? Рисковать не хочешь, да? 5-й фрагмент, 7 нот. Ну. Россия, любимая наша держава. Я думаю, тут вообще встать надо. Разгим. Спасибо большое, угадала, получаешь 1 балл в свою копилку. Давайте, друзья, не забывайте поддерживать. Итак, встречаем участник под номером 5, Дмитрий Сергеев. Аплодисменты, не забывайте поддерживать. Нота номер 3. Итак, Дим, со скольки нот угадаешь? А с 3.
Ну, давайте начнем с трех. Итак, фрагмент... 3 балла получит. Да, фрагмент номер... Какой? 3? Фрагмент номер 3 с 3 нот. Много информации получил. Еще раз. Итак, предположи. С 5 нот можно? 3-й раз. Ну, давайте с 5. Песня из кинофильма «Титаника» «Go My Heart», по-моему. Итак, давайте. Да, красавчик. Браво, давайте аплодисментами поддержим парня. Он еще и споет сейчас, да? Ну давайте его проводим, он получает 2 балла. Следующая участница Рада Петренко под номером 6. Давайте громче аплодисменты. Нота номер 1. Рада, со скольки нот угадаешь? 7. 7 нот. А, так, первая нота. 7 нот. Можно еще раз? И что это? Не знаю. Давай еще раз послушаешь, и может какие-то предположения есть. Итак. Ду-ду. Вообще нет предположений. Вообще нет? Вообще. К сожалению, нету ответа. Давайте послушаем правильный ответ. Жуки, батарейка, конечно. Именно эта песня звучала. Спасибо, Рада. К сожалению, 0 баллов, но еще впереди несколько раундов. Встречаем последний участник, Максим Чеклецов, участник под номером 7. Спасибо. Все, что осталось. Ты сегодня весь зал своих собрал, да? Да. Ну, команду привел, чтобы поддерживали немножко. Нота номер 10. Максим. Ну, я тоже начну, как Дмитрий, наверное, с 3 нот начну. Давайте с 3 нот. Итак, фрагмент номер 10 с 3 нот. Итак, еще может разочек, Максим, послушай. Да, можно еще раз, пожалуйста. Тун-ту-дун. Тун-ту-дун, тун-ту-дун. Не, наверное, я тоже 5 возьму. Ну, давайте теперь 5 нот и 2 балла получит. В футболе нельзя так. Думай, Максим, думай. Что это может быть? Очень известная песня. Я думаю, наверное, зал уже его... Можно еще раз? Не, нет. Ну? На-на-на-на-на-на-на-на-на. Как же песня-то называется? Еще бы вспомнить название песни. И зовет нас на подвиг Россия. Вот это... Мы считаем до 5. Если не ответишь, будет 0 баллов. Или... 5. Или 7 нот. Давайте 7 тогда. Давайте, последний шанс, 7 нот. Нам спросить никуда. Юна месяц апреля, в старом парке тает снег. Ну, наконец-то, да, Максим, это верный ответ. Ну, с горем пополам. Выбил себе этот балл один, боролся как. Давайте поаплодируем всем участникам. Спасибо, друзья, всем участникам. Они показали, кстати, очень неплохой результат. А кто-то не показал. Но у него есть шанс реабилитироваться в других раундах. Ну а пока они делятся впечатлениями, мы презентуем вам замечательный вокальный коллектив, который поет в редком жанре акапелла, то есть без музыкального сопровождения. Встречайте, вокальный ансамбль Quintex. La 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 la
myself, look is away. Christmas is here, bringing good cheer. Do ya the knock, me on the ball. Ding dong, there is a song. With joy for in all Caroline. Once used to hear words of good cheer. From everywhere, waving the air. All cow the pound, wasting the sound. No, I kill a day, tailing the day. Tailing the day, while people sing songs of good cheer. Christmas is here, merry, 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 merry Christmas. Merry, merry, merry. Замечательно. Я тоже так хочу петь. Ни фонограммы, ни музыкантов. Только я и мой голос. А как же я? Ой, прости. Только ты, я и мой голос. А я каждый день так пою. В душе. Правда, соседи ругаются. О, да и наши влюбленные, я смотрю, тоже. Даша, семья — это дуэт. В котором кто-то поет главную партию, а кто-то подпевает. Главный в семье муж, а у тебя все шиворот на выворот. Вот, первая полезная информация. Шиворот на выворот. Посмотрим, что нам скажет Google. Окей, Google, шиворот на выворот. Наоборот, наизнанку, противоположно тому, как следует. Именно так и называется наш третий раунд. Конкурсантам предлагается перевернутый задом наперед фрагмент песни. Они его воспроизводят, мы записываем и переворачиваем в обратную сторону. Вот потому, что из этого получится, надо угадать, какая же песня звучала в оригинале. За угаданный фрагмент участник получает 1 балл. Даша, Дима, хватит там уже ссориться, давайте объявляйте. Третий раунд финала караоке батла. И первым выходит на это испытание Георгий Денисов, участник номер 1. Итак. Слушаем перевернутый фрагмент целиком один раз. Итак, мы слушаем первую часть фрагмента 2 раза. Еще раз. Записываем. Хэншин син трин. Эль-Ямор. Итак, слушаем вторую часть фрагмента 2 раза. Аны-Эль-Ра, Аны-Эль-Ра. Еще раз. Аны-Эль-Ра, Аны-Эль-Ра. Записываем.
Алигри-элира. А пока наш звукорежиссер переворачивает песенку, я напомню, что Гоша — фронтмен команды КВН «От мала до велика» школы поселка Чайковского. И, кстати, очень скоро, 23 февраля, состоится вторая игра открытой Клинской лиги КВН, где будет играть его команда. Ну что, давайте, я понимаю, все готово, послушаем фрагментик. На каком языке я говорил только что, да? Гош, сможешь? Нишнесничных, ну и что это? Вы уже сказали ответ. Да, это и есть такая песня, знаменитая песня, да? Спасибо, Георгий, я понимаю, не угадаешь. Я себя на сцене чувствую марсианином. Спасибо тебе, Георгий, нет, а давайте послушаем сейчас, наверное, правильный ответ, можно? Арлекина, Арлекина, трудно быть смешным для всех. Георгий, ну были шансы, да. Спасибо тебе большое. Получает 0 баллов, к сожалению, Георгий. Встречаем следующую участницу. Юлия Королева, номер 2. Просим на сцену. Итак, слушаем перевернутый фрагмент целиком один раз. Ты упиши, ты щадзы, ты зора елы, ты зора елы. Слушаем первую часть фрагмента 2 раза. Ты упиши, ты щадзы. Еще раз. Ты упиши, ты щадзы. Записываем. Юки-шики-зазы. Слушаем вторую часть фрагмента 2 раза. Изора-елы, изора-елы. Еще раз. Изора-елы, изора-елы. И записываем. Изора-елы, изора-елы. Судя по всему, песня про Зора, да, получается? Юля, расскажу всем, что учит петь свою дочку Ульяшу и мечтает когда-нибудь с ней спеть дуэтом. Кстати, когда это произойдет, когда мы дождемся этого дуэта? Ну, лет через 20, может быть. Может, и муж тоже будет с вами? Ну, возможно, если согласится. Спасибо большое, Юля. Мы сейчас послушаем твой фрагментик. Белые розы, белые розы, беззащитные шипы. И это... Спасибо. Верный ответ, даже нет смысла включать. Да. Молодец, Юля. По-моему, лучше, чем в оригинале у Юли сейчас получилось, мне кажется, да? Ну что ж, дорогие друзья, участница номер 4, Ольга Максимова. Оля, просим. Поддерживаем, поддерживаем аплодисментами! Аплодисменты! Слушаем перевернутый фрагмент целиком. Удный бланяган, удный бланяган, удалем срастей, удалем срастей. Слушаем первую часть фрагмента 2 раза. Удный бланяган, удный бланяган. Еще раз. Удный бланяган, удный бланяган. Записываем. Уды-да-яга, уды-да-яга. Слушаем вторую часть фрагмента 2 раза. Удалем срастей, удалем срастей. Еще раз. Удалем срастей, удалем срастей. И записываем. Ударем срастей, ударем срастей. Про орла песня, да? Спасибо большое, Ольга. Я напомню, что Ольга повар по профессии, и это очень нравится ее мужу, потому что он любит вкусно покушать. Чаще всего он просит приготовить что? Мой любимый муж всеядный, он ест все. Ну, может, хоть какое-то блюдо есть коронное? Пельмени. Пельмени? То есть классику любит, да, так сказать? А пирожки? Нет. Хорошо, будем надеяться, что умение вкусно готовить тебе поможет сейчас угадать этот фрагмент. Мастер с моря ду, мастер с моря ду, ветер с моря ду, ветер с моря ду. Продолжай, продолжай. Нагонял беду, нагонял беду. И сказал ты мне, спасибо большое. Спасибо, Ольга. 1 балл получает Ольга.
Следующим на сцену мы приглашаем участника под номером 5 Дмитрия Сергеева. Итак, слушаем перевернутый фрагмент. Сорамат, бесвигмат, тестик, смолы, мяна, тестик. Слушаем первую часть фрагмента два раза. Сорамат, бесвигмат. Еще раз. Сорамат, бесвигмат. Записываем. Сорамат, бесвигмат. Слушаем вторую часть фрагмента два раза. Тестик, смолы, мяна, тестик. Еще раз. Тестик, смолы, мяна, тестик. И записываем. Есть, есть, малые, дата есть. Что ты сейчас спел? Прям как таджик, слушай. Да, это можно вопрос. Есть, это можно есть. Я напомню, что Дмитрий работает охранником 6-го разряда. Дима, 6-й разряд у охранников — это хорошо или плохо? С одной стороны, хорошо, с другой стороны, нет. Ну давай рассказывай, с какой стороны хорошо? Хорошо — это с той стороны, что при себе ты имеешь огнестрельное оружие, в котором ты можешь в некоторых ситуациях воспользоваться так, и защитить себя. С другой стороны, данная работа связана с риском для жизни, поэтому я спокоен. Ну, надеемся, что сейчас ты стрелять никого не будешь, а тихо, спокойно, постараюсь, слушай фрагментик, который получился. Сидит на белом сейте. Раноси нам дорос. Ну? Сможешь угадать? Сидит на белом свете. Раноси нам дорос. Где-то на белом свете, там, где всегда тепло, трутся спиной медведи. Молодец. Что-то такое, я не знаю. Да, это верный ответ. Да, тоже поаплодируем Дмитрию и продолжаем ему готовиться. 1 балл получает Дмитрий. Ну что ж, а следующее... Участница под номером 6, Рада Петренко. Рада, мы тебя просим. Слушай, ты как орешки щелкают, да? Никаких даже сложностей не возникает. Что-то. Слушаем перевернутый фрагмент целиком. Ай, шлюру элёб, а ныля, кто стив стёб. Слушаем первую часть фрагмента. Ай, шлюру элёб. Еще раз. Ай, шлюру элёб. Записываем. Ай, шриюриюв. Слушаем вторую часть фрагмента два раза. А ныля, кто стив стёб. Еще раз. А ныля, кто стив стёб. Записываем. Алия, зой стисю. Рада. Рада студентка Клинского техникума в пищевой и перерабатывающей промышленности. Повара обычно бывают пухленькие. Скажи, ты планируешь поправиться, ну, чтобы соответствовать своей профессии в будущем? Нет, конечно. Зачем? И профессию тоже менять не думаешь, только повар и все. Возможно, да. Возможно. Надеемся, что эта профессия сейчас как-то поможет тебе магически угадать этот фрагмент. Послушаем, давайте. Усистиусаиля. Фуиру ирша. Тот же самый, по-моему, фрагмент непереверный, да, сейчас включили. Еще может, раз? Еще раз прослушаем. Фуиру ирша. Да, кстати, можно узнать, да? Ну да, я не узнал. А я узнал. Подумаешь, сценарий написан, ну и что, все равно мы узнали. Усистиусаиля. Фуиру ирша. Ну. А у тебя в сценарии написано, да? А тебе не написали, да? Не, я сама уже угадала. Мы так рады. И песня называется... Раз. Два. Три. Четыре. Есть ответ? Нет. Ну, предположительно. Ой, цветет калина в поле у ручья. Усистиусаиля, фуиру ирша. Просто ты сказал в пое уютья как-то, но близко очень. Спасибо, рада тебе большое. К сожалению, 0 баллов. Последний участник под номером 7, Максим Чеклецов. Удачи. С такой поддержкой не имеешь права просто сейчас не угадать, Максим, по-моему. Слушаем перевернутый фрагмент целиком.
Слушаем первую часть фрагмента. Еще раз. Записываем. Хабы-ябр, хабы-и. Ну, как-то вот так. Ладно, вторую часть фрагмента слушаем. Халя-маяк-шелямыр. Еще раз. Халя-маяк-шелямыр. И записываем. Хара-маятрам-хир-марим. А пока фрагментик готовится, я скажу, что Максим в прошлом сезоне стал лучшим вратарем своего дивизиона, показав наименьшее количество мячей. Всего 10 ты пропустил. Как тебе, Максим, удалось у вас там? Что с вами делали на тренировках, что ты пропустил всего 10? Постоянно работать. Чтобы добиться успеха, нужно поставить себе цель и добиваться, идти к ней. Какую цель ты себе поставил? Вот сейчас будет сезон. Какая у тебя цель? В очередной раз попытаться выйти во вторую лигу. Но мы можем ожидать, что ты пропустишь еще меньше мячей, может, 8. Ну и буду стараться в этом сезоне не меньше, чем в прошлом. А лучше 0. Чтобы... На 0 не получится, например, за 28 игр, чтобы на 0 сыграть. Ну, давай будем надеяться, что сейчас тебе получится угадать фрагмент. Послушаем его. Мирамрих мртая марах, мирабах рбаевах. Что-то индийское, да? Мирамрих мртая марах. Нейрабах-рыбаевах. Итак, Максим. Скажи честно, ты русский? Я, услышав себя, я понял, нет. Думал, по паспорту вроде русский. Хараманыхтернхнамарайнах. А по голосу вроде нет. Нейрамрихмртаямарах. Нейрабах-рыбаевах. Это новый рингтон. Мне на телефон потом надо, наверное, скинуть будет. Выйду на улицу, может, взгляну на лицо. Как, Максим? Выйду на улицу, взгляну на улицу, лицо, на чью-нибудь. Может, что-нибудь в этом плане. Ну, не могу догадаться о своем казахском. Куда-то есть ответ или нет? Ты морячка, я моряк. А вот видите, оказывается. Ты рыбачка, я рыбак. Ну, ничего, повезет. Мирамрих, мрта, я марах. Видите, сходство есть. Мы, мне кажется, одной национальности с человеком, который исполнял эту песню. Ну, ладно, Максим, получилось. Зачем тебе эта морячка? Ты уже встретил свою морячку, да? Ну да, 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 я уже встретил. Да, пойду готовиться к сезону, раз не получается здесь. Спасибо тебе, Максим, но, к сожалению, давайте 0 баллов. Поаплодируем участникам. Да, вот это была, да, действительно веселуха. Просто пение на языках народов третьего мира какое-то было. Практически все справились с этим заданием. И пока они набираются сил для завершающего раунда, мы смотрим выступление студии танца «Данскрафт». Руководитель и хореограф Александр Борисов. Поддержим аплодисментами! Everybody else doing just 'cause everybody doing what they all do. If one thing I know, I fall but I grow. I'm walking down this road of mine, this road that I go home. So am I wrong? Woo! For thinking that we could be something for real. Yeah, 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 yeah. Oh. Now am I wrong? Am I wrong? For trying to reach the things that I can't see. Yeah, 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 yeah. That's just how I feel. That's just how I feel.
Bubblegum, oh yeah. Blow it like a bubble, bazooka, baby. Clouds on the couch, you my hookah, baby. She got that seat now, make a grown man crazy. Got that seat now, make a grown man crazy. Shawty in the gym, ass amazing. I pull up, I get her, ass easy. It's too late to go back, she look back, I'm cheesing. I'm Kodak, my Rolex, a moment in history. Pussy bomb, tick tock, eyes locked. Lip lock, thing pop, I'm done. Tick raw, heart numb. No love, heart sprung, baby, give me some yum yum. Big Willy, surfboard, surf Willy on a jock, do your thing, girl. And I need me a ride or die. Use a free, got seven different girls every day of the week, but. If you tell me I'm wrong, wrong, I don't wanna be right. Аплодисменты! Дима, у тебя глаз косит. Что? А не будешь заглядываться на девушек из Данскрафта? Да шо, ты что такое говоришь? У меня единственное, больше никто не нужен. Мне тебя никто не заменит. Ну, есть только две элиты тебе заменят. Артём! Перестань. Это вы перестаньте ссориться. Тем более в День влюблённых. Тем более, что впереди завершающий раунд нашего караоке-баттла. Он называется «Концертный номер». Сейчас наши участники почувствуют себя настоящими эстрадными исполнителями. Если, конечно, вы, зрители, не поскупитесь на аплодисменты. Каждый из них подготовил номер, и задача жюри – определить, какие из них смогли бы украсить эстрадные площадки нашего города. Начинаем наш концерт «Звезд караоке-баттла». Четвертый раунд. А где аплодисменты? Первым у нас выходит на сцену участник под номером 7. Максим Чеклецов. Песня из репертуара Филиппа Киркорова «Снег». Почему так жесток снег, оставляя твои следы? И по кругу зачем бег, и бежишь от меня ты? Не дает до утра спать снег растаявший, он вода. Ты одно лишь должна знать, я люблю тебя навсегда. Не дает до утра спать снег растающий, он вода. Ты одно лишь должна знать, я люблю тебя навсегда. Почему голоса звезд в полумраке едва слышны? Ветер слезы дождя принес, только слезы мне не нужны. Разучился смотреть вдаль, разучился считать до ста, разучился любить февраль, он украл тебя навсегда. Разучился смотреть вдаль, разучился считать до ста, разучился любить февраль, он забрал тебя навсегда. Остаются, когда ложь, засыпают, когда тьма, и по телу, когда дрожь, начинают сводить с ума. Если хочешь идти, иди, если
хочешь забыть, забудь. Только знай, что в конце пути ничего уже не вернуть. Если хочешь идти, иди. Если хочешь забыть, забудь. Только знай, что в конце пути ничего уже не вернуть. Если хочешь идти, иди. Если хочешь забыть, забудь. Только знай, что в конце пути ничего уже не вернется. Только знай, что в конце пути ничего уже не вернуть. Браво, Максим. Знаете, да, очень интересная, да, жизненная позиция у Максима. Если хочешь поесть, поешь. Максим, если хочешь победить, побеждай, значит. Будет стараться. Итак, продолжает наш концерт Юлия Королева, участница под номером 2. Песня из репертуара Валерии «Любовь». Настало. Ждала, и вот проснулась,
и глаза свои открыла. Спасибо. Спасибо большое, Юля. А вот и твой любящий муж. Ну что ж, а на сцену готовится выйти Дмитрий Сергеев, участник под номером 5. Песня группы Любэ. Не валяй дурака, Америка! Американским санкциям посвящается. Не валяй дурака, Америка, вот все валенки мерзнешь небось. Что Сибирь, что Аляска, два берега, баня, водка, гармонь и лосось. Баня, водка, гармонь и лосось. Не валяй дурака, Америка, за морями скучаешь, поди. Что Сибирь, что Аляска, два берега, бабы, кони, раздолье в пути. Бабы, кони, раздолье в пути. Темные улицы, детские уницы, любо-дорого спляшем кадриль. Что Сибирь, что Аляска, два берега, свадьба, эх, запотевший пузырь. Свадьба, эх, запотевший мужик Дмитрий Сергеев. Дим, да. Я надеюсь, вот как ты там пел «Баня», и вот и дальше по списку уже после шоу, да, сейчас ничего не будет. По списку? Ну, подождите, конкурс закончится, чего вы думаете? Спасибо! Там уже все стоит, там все готово, понятно. Встречаем Рада Петренко, участница под номером 6, которая исполнит для вас песню из репертуара великой русской певицы Лидии Руслановой «Валенки». Подшиты старенькие, нельзя валенки носить, да не в чем к милому ходить. Эх, валенки да валенки, ой, да не подшиты старенькие,
Коль Николай, сиди дома, не гуляй, не ходи на тот конец, да не дари девкам колец. Валенки да валенки, не поджитый старенький. Чем подарочки дарить, лучше валенки подшить. Как же я любила по морозу, да босиком Камила мог одела. Валенки да валенки, да не поджитый старенький. Валенки да валенки, да не поджитый Рада Петренко. Ну хорошо, что да, не в валенках вышла, а то, мне кажется, она бы не допела даже первый куплет, бы уже захотела бы их снять. Спасибо большое, Рада. Спасибо. Следующий участник под номером 1, Георгий Денисов. Песня из репертуара незабвенной Людмилы Гурченко. Хорошее настроение. Аплодисменты. Если вы из дома, если вам не в радость солнечный денек, пусть вам улыбнется, как своей знакомой, с вами вовсе не знакомый встречный паренек. И улыбка без сомнения вдруг коснется ваших глаз, и хорошее настроение не покинет больше вас. Если вас любимый вдруг поссорил случай, часто тот, кто любит, ссорится зазря. Вы в глаза друг другу поглядите лучше, лучше всяких слов порою взгляды говорят. И улыбка без сомнения вдруг коснется ваших глаз, и хорошее настроение не покинет больше вас. Если кто-то другом был в несчастье брошен, и поступок этот в сердце к вам проник, вспомните, как много есть людей хороших, их у нас гораздо больше, вспомните про них. И улыбка без сомнения вдруг коснется ваших глаз, и хорошее настроение не покинет больше вас. И хорошее настроение не покинет больше вас. И улыбка без сомнения вдруг коснется ваших глаз, и хорошее настроение не покинет больше вас. Ну, отличный танец же, Георгий. Вот зачем какой-то Гангам Стайл мы танцуем? Да вот оно, хорошее настроение. Вот, не покинет что-то... больше вас. Спасибо, что подарил нам такой потрясающий танец. Аплодисменты. Закрывает нашу концертную часть Ольга Максимова, участница под номером 4, которая споет для вас песню из репертуара Жанны Агузаровой «Ночь, звезды, джаз». Ночь, луна,
разойдется по домам ночь огни. Поздний час, он джаз, он джаз, ночь звезд и джаз, огнями радует ночной Бродвей, и не беда, что поздний час. День как день, повсюду суета, век часов, ночь уже близка, на Бродвее вновь музыка звучит, жизнь идет, а город спит, огнями радует. Аплодисменты. Знаете, мне Ольга сейчас напомнила девушку, которая только что вышла из казино, она выиграла миллион, и все у нее. О, джаз! О, джаз! Спасибо, Оля, спасибо большое. Еще раз аплодисменты всем нашим участникам. Ну вот, собственно, и все. Конкурсанты сделали все, что было в их силах, и теперь им остается только волноваться и ждать решения жюри. А давай еще попоем дуэтом, а? Хорошо, любимая. Встречаем! Дуэт влюбленных для вас сейчас поет. Высокой стаей наши мечтания на небо унеслись, а земля нас не пускала ввысь. Но ночь зажжет светила, и придет, наступит наш звездный час. Когда сердца не в силах, не могут молчать. Дай же веры, дай нам сил, небо вдали. Синий простор вались, и мы сами вслед за ними ввысь улетели ввысь. Станет сказка пылью, и душа метнется, услышав зов.
пока я вымя уза горизонт, горизонт, унося нас к небесам, где звезд так не зажгли. Аплодисменты. Спасибо. Влюбленным. Спасибо большое. И мы приглашаем всех финалистов караоке-баттла на сцену. Перед тем, как объявить результаты, давайте послушаем всех членов жюри, что они думают о сегодняшнем конкурсе. Слово предоставляется начальнику управления культуры и искусств администрации Клинского муниципального района, заслуженному работнику культуры Российской Федерации Елене Борисовне Уманской. Елена Борисовна, пару слов. Как наши участники вам? Я хочу сказать, что первый блин не комом, потому что мне очень понравился этот конкурс. Я поздравляю абсолютно всех. Я считаю, что независимо от того, как сложилась ситуация, в принципе, победили все. Почему? Потому что каждый из конкурсантов победил в себе вот это чувство первый раз выйти официально на сцену, победил в себе робость. Кому-то это больше удалось, кому-то, может быть, в меньшей степени, но тем не менее. И сделан вот этот первый шаг для того, чтобы поведать всем людям, которые находятся в этом зале, о своих чувствах, о своей одаренности, о своей музыкальности. И мне остается пожелать только нашим конкурсантам, чтобы они развивали в себе эти качества. Спасибо, Елена Борисовна. Итак, председатель Клинского рок-клуба, певец, аранжировщик, композитор, лидер рок-группы «Ночь» Игорь Осипов. Но я буду немногословен. Было все очень красиво, замечательно, весело. Вообще, я очень рад, когда проходят музыкальные конкурсы в Клину особенно. Больше, побольше таких конкурсов, побольше таких ребят. Было все здорово, отлично. Рок-н-ролл. Итак, победительница многих вокальных конкурсов Элла Цивульник. Вам слово. Вы все большие молодцы. Не понаслышке знаю, как это выходить на сцену, перебороть страх. А самое главное, что выходя на сцену, вы еще так отдавали жару. Молодцы. Все было достойно, все было великолепно. И в наше время сейчас очень много негатива. А вот такой позитив, больше бы его. Молодцы. Ну а пока Артем бежит на свое место,
мы начинаем церемонию награждения финалистов проекта «Караоке Баттл 2015». И для открытия церемонии на сцену приглашается начальник управления по делам молодежи, физической культуры и спорта Сосонный Алексей Викторович. Громче, 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 друзья! Добрый день, дорогие друзья! Гостеприимный зал нашего молодежного центра в очередной раз становится свидетелем нового начинания. Вот вчера так сложилось, вчера я был на коллегии спорткомитета и говорю, чем вы там живете? Я говорю, ну, не далее как завтра у нас пройдет караоке-баттл. Говорит, что, Клин опять креативит? Ну, а почему бы нет? Поэтому я не буду долго сегодня говорить. Мне радостно, что мы начинаем новую страницу, как мы в свое время начинали с мисс Клинчанкой, с мистер Клином, с КВНом, да? И вот это вот караоке-баттл. Мне бы очень хотелось, и мы предпримем все усилия, чтобы вот это сегодняшнее действие, которое происходило, оно было таким же плановым, систематическим, регулярным и долго-долго лет жило и развивалось. Потому что сегодня первый шаг – это начало. Так что, можно сказать, я вас могу поздравить, что вы, как праотцы, как праматери, стоите на этой сцене, когда-нибудь придете так в зал со своими детьми и скажете, а вот был первый караоке-баттл, и я в нем принимал участие. Так что, друзья мои, я хочу пожелать организаторам, идейным вдохновителям этого конкурса удач, творческих, прежде всего, находок, и чтобы этот конкурс рос, мужал, становился на ноги и был зрелым, таким красивым, смотрибельным. Так что в добрый путь. Спасибо. Спасибо большое. Ну и первый приз для всех участников – это праздничный торт под ваши аплодисменты на сцену. Кто потом захочет селфи с тортом ко мне подходить, я все обеспечу вам. 100 рублей фото, понял? Да. Итак, дипломами участника награждаются все финалисты проекта «Караоке Баттл 2015». И подарки от наших друзей интернет-провайдера Veganet всем участникам финала «Караоке Баттл 2015». От мой Клин.ру подарки. Это кофеварка Тасима. И почетное право назвать имя победителя предоставляется начальнику управления культуры и искусств администрации Клинского муниципального района, заслуженному работнику культуры Российской Федерации Елене Борисовне Уманской и руководителю «Мой Клин.ру» Максиму Соломину. Встречайте! Прежде чем мы назовем имя победителя, я хотела бы обратиться ко всем присутствующим в этом зале. Обратите внимание, когда объявляются музыкальные конкурсы, прежде всего, жюри обращает внимание на точность интонирования, то есть воспроизведение музыкального материала, музыкальной темы. Немаловажно в пении, когда зритель слышит, какой звучит текст. Не «вэ-вэ-вэ», а слова. И когда люди поют, необходимо понять, на каком языке они поют. На русском, на украинском, на латинском, на испанском. Поэтому соединить музыкальность и слово – это большое искусство. Из тех людей, из тех конкурсантов, кто стоит сегодня на этой сцене, немногим, к сожалению, это удалось. Но цифры – это упрямая вещь. Поэтому мы немножко поспорили, нам очень мало дали времени, согласитесь. Мы там действительно десятка-два копий поломали, но пришли к одному единому мнению. Давайте перед этим мы дадим слово Ольге Мягковой, которая была партнером караоке-клуба «Голос». Она лично хочет вручить сертификат. Добрый вечер. Спасибо большое за праздник организаторам, участникам.
Для меня это впервые стоять на этой сцене при такой публике. И я хочу лично поблагодарить Максима, который выбрал именно наш клуб, который новый, и нашу площадку для съемок. И я хочу вручить сертификат участнику под номером 2, но не из-за того, что она налоговый инспектор. У меня с налогами, Артем, все в порядке. Я дисциплинированный налогоплательщик. А из-за того, что она послушала нас и выбрала песню, которую мы ей посоветовали. Да. А значит, спасибо, у меня спасибо. Легкая рука. И поэтому я надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Спасибо. Ну и сейчас, друзья, главный момент. Максим, мы предоставляем тебе слово назвать победителя нашего проекта «Караоке Баттл 2015». Спасибо большое, Даша. Еще раз хочу сказать, что все из вас достойны победы, абсолютно все. Но по условиям нашего конкурса мы изначально так задумали, что у нас победитель только один. Нет ни второго, ни третьего, никакого места, есть просто один победитель. Итак, победителем первого клинского конкурса вокалистов-любителей «Караоке Баттл 2015» становится Ольга Максимова! Ольга Максимова, давайте сюда, на середину, к нам! Спасибо! Ольга! Ольга! Также от Мойклин.ру и наших спонсоров хотим вручить тебе подарочный сертификат на 15 тысяч рублей. Надеюсь, ты найдешь, куда потратить эти деньги. Ольга, Ольга, я как журналист не могу не воспользоваться моментом и не взять у тебя эксклюзивное интервью. Ольга, каково это быть караоке-звездой Клинского муниципального района? Рассказывай. Лучше сейчас рассказать. Что ты чувствуешь? Может, благодарственные слова кому-то? А, спасибо, спасибо, да. Дорогие друзья, я хочу сказать вам всем спасибо, всем конкурсантам, потому что за это время, пока мы все готовились, мы очень плотно со всеми дружились, все друг друга поддерживали, все друг друга помогали. Хочу сказать большое спасибо Елене Анатольевне Плаксиной, она нас тоже... Спасибо вам огромное. Аплодисменты Елена Анатольевна, которая... Спасибо за поддержку, с праздником вас! Ура! Подожди, это еще не все. Наш большой друг и помощник, и вообще хороший парень, Максим Базанов, директор интернет-провайдера Veganet, хочет лично вручить победителю еще один маленький приз. Поздравляю участника с победой. Дарю маленький приз. Вот. Хочу сказать спасибо большое организаторам, вот. Спасибо большое участникам за эти эмоции, за добро, позитив, за веселье от ведущих. Вот. И хочу пожелать этому конкурсу, чтобы он стал традиционным, вот, и каждый год дарил нам такие эмоции. Спасибо. Ну что же, да, мы вас отпускаем. Нам остается еще раз всех поздравить с днем всех влюбленных и с тем, что у нас в городе появился еще один молодежный проект, который, мы надеемся, станет ежегодным. А в завершении финальная песня нашего шоу. Аплодисменты нашим участникам! Свет далеких планет нас не манит по ночам, нас манит к себе. В неоновых лучах небесных для нас награда. Смотри и запоминай, ведь это самый первый батл любителей караоке. Хотим, чтоб голос каждого сливался и звучал в едином радостном потоке. Сегодня день влюбленных, мы дарим вам песни свои, мечтою окрыленных. Летим высоко и будем петь, как птицы, не звезды, а молоко. Пусть звучит город мой, и мы в наш жизнь стремимся звучание его, свою частицу.
любите друг друга, любите петь, любите караоке. Добавляйте нас всех друзья к себе ВКонтакте, в Инстаграм. До новых встреч вам!